О, всем привет! Начинаем открывать сезон 2023. Точно. 2023 год. Конец мая. Я уже был один раз на рыбалке, пытался что-то открыть. Но был один, и не открылось, пыталась, но не открылось. Там одного маленького судочка поймал, вот, отпустил и обиделся на весь мир, уехал. Сегодня ты на рыбалку поехал со мной? Да, сегодня я поехал со своей подругой, скулящей, вот это Сара моя, девочка, ну вот, собачка, которая постоянно будет сегодня мне мозг делать. Своим скулежом. Ну а ты с другом Альбертом. Да, всем привет. Да, по статистике вроде как бы ни разу я с ним без рыбы не приезжал. И сегодня мы будем открывать новые места. Сегодня мы юг, обследуем юг озера Енисей. Так что вот так. А что из этого получится? Вы увидите в нашем видео. Да. Будем пытаться. Но у нас 2 дня, сегодня и завтра. Вечером планы даже на живца посидеть. Ну вот. Как оно получится, не получится. Не, что-нибудь получится. Ну да. А не получится, так отдохнем. Сейчас посмотрим, что у нас тут с прошлого года осталось. Ладно, потом помоем. Да, старые судаки еще забиты, да? Да, сейчас еще. Сейчас. Опа. Так вот. Сразу рыбу показывает. Офигенно. Вообще, но. Отплыли 5 метров от берега, сразу полный колод рыбы. Ага, все. Глубина 0,5 метра. Что тут ошибки какие-то выскакивают. Но. Верный помощник Тухацу. Бензинчик с маслом. Ну, не прошлогодний. Вот как он заводится, так позавидует, да? Это свой, это наш Тухацу. Как крути. На колод Гармин мы включили запись. И все. Так я знал, как тут ехать, но чтобы потом не было сюрпризов. Все, покрутимся уже, когда там все. Вот такой ёкалый театр. Обрыбился! Опа! Ура! Ура! Обрыбился! Обрыбился! Вот такой судачок. Но сразу же бам по фэншую, все как полагается. Вот на такую приманочку он. О, на такую приманочку. Браун перчик желтый. Вот такой вот судачок. О, пускай небольшой, ну. А зачетный. Все. Это надо показать. Смотрите, глубина. 53 метра. Блин, жалко было. Смотрите, глубина он 53 метра. Вот. Офигеть. Ой, Берта клюнул. Кто-то рыбина клюнула. Решили подорожить. И вон она рыбина. Вон рыбина. О, рыба. Судачок. У Альберта клюнул судачок. Вот такой вот судачок. Черненький судачок. 1-1. 1-1.
Вот так вот. Во, один-один. Да-да. Да они все почему-то... Я вот сколько ловил, они все покоцанные, блин. Вот такой судачок. Ой. Ой, что-то какую-то мы фигню спорили. Через удочку перекинь. Ага. Как? Ой. Клюнуло, оно у вас тут... Ой, что-то там такое маленькое. Ну, судачок, ну ничего, такой нормальный, да? Не? Да. Нормальный судачок? Ну, конечно, маловато. Грамм 600, 700. Да, маловат. Ну, все равно, 2-1. 2-1, да. Дал мне воблер, на которого не клюет. Ты, говорит, рыбач, и все. Ну, я его на джиг поймал. У меня клюнул маленький судачок. Ну, небольшенький. Я даже его, наверное, его отпускать буду. Да нет. Вот такой вот судачок. Нормальный судачок. Так что, воблер, я тебе хороший дал. Дал? Ну, мелочь какая-то клюет. Ты видал? Взял здоровый. Но вот такой судачок. Вот так. Таких судачков мы не берем. А еще у меня клюют вот такие. А еще клюют у меня вот такие куски. Главное, что клюют. Вот такие куски. Такой на жареху самое то. Крупнее не надо. Это наш юмор, правда. Но мало кто поймет, в чем это дело. Вот такой кусочек. Альберт уже там начинает нервничать. Ой, судачок, тянуй судачка. Ох ты, нифига себе, какое. Вот такой кусок. Нормальный кульман. Ну, еще вот такой кусочек. Нормально так. Средненький такой, грамм 700. Да. О, такой. Нифига себе. Я выкинул, не двигал. Девочка такая нормальная, поверьте. О, достаю что-то. Да, щука, надо или сюда. Нравится. Да. Ну уже легче стало. Легче? Да, да, уже легко пошло. Нет, сюда, сюда. Я не вижу, где это. Так вот видишь, как упирается. А, ой, какой хороший-то. Давай, сачок, ты что-то сидишь. А ты его знаешь. Ой, какой двушечка. Смотрите. Ура, ура, ура. Ой, какой трешник хороший. Да. Какой трешник-то хороший. Ой, красавец, бляха. Смотрите. Ой, красавчик. О, какой. Смотрите, да? Вау. Нифига себе, вот это я молодец. Во какой, блин. Вот это классно. О, одно удовольствие. Вау. Двушка. Подвушка, пора половина другой. Пускай. Все, так как тут выпрыгнул. Вау, вообще. Ради этого момента я ехал на рыбалку. Ура, ура, ура. Вот это поклевочка. Вот это да, да. Браун-перч. Сработал опять браун-перч. А дай-ка мне браун-перч. Альберт с сигаретой во рту поднимает судачок. Судачок, судачок. Альберт поймал судака на джиг. Ура, 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 ура. Первый. Ура, первый в жизни. Джиг удался. Смотрите, какой щукарик, щукарик. Вот такой вот щукарик. Ой-ой-ой. Блин. Не хочет это, пасть открывать.
Падай. Блин, а? Делаем. Вот так опускать будем его. О, какой вот шикарик. Не надо на уху? Надо развернуть кресло. Кресло развернуть надо. О. Блин, что-то я как-то не подготовился я к этому поклевке. Не готов я был, чтобы что клюнуло. Что-то клюнуло. Судачок клюнул. Судачок клюнул. О. Вот такой вот судачок клюнул. Опа. О. Вот такой судачок клюнул. Тихо, тихо. Что говорит ему? Воблера плохого. Воблера плохого. Сейчас мы попробуем попугать. Лепота, бля. Дрова не сможешь поднять. Руки у него держать. Да. Кладки будут как будто после двух месяцев буду надо. Да, да. Ну да. Смык, 25 августа, какая холодина, да? Не, вчера-то было, позавчера-то было нормально. Да. Сегодня только, вчера, сегодня, вчера к вечеру, сегодня и завтра, и послезавтра. Там уже пойдет 22-23. Ну, это числа 28-26, да? Да. Ну, сейчас по границе бухают. Ну, здесь... Знакомый у меня. Нет свежа. Не знаю, у меня полная связь. Перезагрузи. Полная? Мегафон полный. О. Связь появилась. Ну не полная, но. Я тебе рассказывал недавно про двух друзей. Да, да. Которые только что встретились, пообнимались. Да. Так это я тебе рассказывал. Не, не. Я другой знаю. А ты, наверное, тоже знаешь. Встречаются два друга-то. О, здорово, здорово. Ну, вот я говорю про двух друзей. Пообнимались, поцеловались. Нет. Дружба только началась. Не, не. Встречаются два друга. О, здорово, не видели. Серега, как ты? Я говорю, нормально. Чем занимаетесь? Все. Знаю, да? Ну, ты чем занят? А я, говорит, свой бизнес открыл, блин. Да, да. Но... У меня, говорит, свой публичный дом. Да, 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 да. Да, да, я пока один работал. Да, да. Фон такой, да? Полянка. Здесь, наверное, на осень там не бегал, люди пока не видят, да? Конечно. Отсюда, наверное, да? Волоком тащит. О. Браконьер.
имеешь рыбаков? Так иду в море. Сейчас подожди, летом тут, блин, в августе, в отпуска пойдут, блин. Знаешь, сколько тут народу будет, блин? Июнь, середина, июль. Не, эти тогда туристы сам. Нет, я тут еще это же домик поставил, не это сам не турист. Но. Не, это, конечно. Ну, понятно. Ну, ясно, Петя, что не местный. Местный, походу, местный. Да, ну. Ну, а ты откуда ее притащишь? Без не регистрат, нихуя. Ну, тоже верно, блин. Ну. Здесь я дома сделал, притащил сюда, поставил, блин. Ну, вот эту хрень надо тащить либо на шишиге, либо на тракторе, блин. Почему? На Ниве тащишь? Утащу. Да. Ты не будешь постоянно таскать? Да? Ну, так-то да, ты приехал, поставил, на замок повесил, блин. Все, да. Печечка вон стоит, буржуечка, наверное, блин. Протопил, да спи, блин, в тепле. Столик, нары, блин. Она же железо, да? А я нету не смотрел. А? Ой, бля. Была бы платвичка штуки 3-4, да? Сейчас можно было здесь вот выехать, даже метров на 7 встать. Не, на скосах. На скосах? Ну он ходит там, понимаешь? Здесь-то один мимо пробежит, и все. Вот там. Вот где мы пельмени рыбачили сегодня, там? Да, да, вот в этом пятаке можно встать. Ну вот. Ну я вот видел там, где буй стоит, маленький, когда клопа стоит, ну. Где, вот здесь будет хорошо. Ну, здесь будет хорошо. Что он с трех сторон будет ходить? А только подлодку? А? Подлодки? Подлодки? Закидываешь? Как удочку обыкновенно закидываешь? А по поплавка на этом? На стопоре на этом? Ну. Ну. На стопорке, да. А глубину как вымеряешь? Подлодки. А если там мельче кинуть? Ну, блядь, что ж делать? Поплавок всплывет, наверное. Поплавок будет лежать. Ну. Она когда потащит, он ставит. Нет, так ты, блядь, один раз закинешь на. Посмотришь, блядь. Нахуй, подлодка вы. Подлодка выверял. Закинул. Душку скинул. Закинул. Пустился. Поставил, положил нахуй. Там лежит. Схватил, блин, притопил там, так вот. Ну, поплавок видно, короче. Держит. Потом пошел, раз, бэм. Вот, и подтянул. Ну, да, остальное как-то спит. Только там еще поплавок будет болтать. Ты ловил так? А? Ловил. Да, деревянная удочка была. Палка. Два гвоздя. А, леска наматывал? Да. И поплавок, блядь, там был такой от сетки с палкой, блядь. Подсёк, лодку бросил и погнал. Вообще, круто. Всё, 23.12. Сколько будем ложим? 12? Ну, часа в два ляжем. Чтоб поспать часть ко двоим. Да? Ну зато ветрище. С утра-то нет. С 9. С 9. Тогда нам надо ждать, когда он поднимется нахуй. Чтобы, блядь, знать, куда ехать. Ну он будет дуть туда. Отсюда. Туда, отсюда будет дуть. Угу. С юга. Угу. Вот как раз где вот мы сегодня рыбачили, туда будет херакать. Ну у нас получается солнце село на западе, восток там, юг там, будет фигарить как раз туда. Какой юг-то? Юг у тебя за спиной. Ну, правильно, если будет дуть юг, будет дуть на зеленый. Ну так, да. Ну. Я там один раз попал в такую фигню, за волосом прятался, блядь. До вечера
ну так, плавал вдоль берега. До берега не доплыть было до машины. Вот до вечера плавал, да, сидел. Хорошо с собой поесть все было. Попал. Мы с отцом на большом ночевали. Острове? 4 дня. Да. Не выплыть было. У нас была южанка и 8-й ветерок. С тех пор я вот вообще не понимаю, откуда там такая большая волна была, что мы не могли на выезд. Хуя вот я искренне делаю. Мы не могли выехать с острова. Но на длинной лодке, на больше 5 метров. Южанка. Ну видишь, она на волну не могла забраться. А, на моторе? Мотор маленький. Накрывала махом нахуй. Вот. Мы только выплыли, блядь, 200 метров обратно нахуй. Сырые, как мыши, блядь. Серьезно, вот на большом острове. Любдович нас забрал. А, Любдович, звонили ему? А? Не было телефона. А, в дурдах. С работы позвонили, сказали, что, что мы там. Что мы, ну, когда раньше привычка такая была, не привычка, а как бы. Ну, заведено едешь, было. Да, предупреждаешь, куда едешь. Ну. Вот. Когда мы не приехали, ну, домой на первые сутки. Ну, наверное, забеспокоит. На вторые сутки подождали, а третьи уже начали. Вот дочь приехал, но у него прогресс уже 4-й был новый, он покупал. Вот на этом прогрессе он. Выкрепился. Вытащил нас. Мы к нему сели спокойно, нахуй. Не, вот, не помню, один двигатель был или два двигателя. Стоял. Ну сюда, нахуй, поехал. По волне пофиг, да? Вообще пофиг. Это там, блядь, лодка, блядь, вот так, нахуй. Короче, как. Ну, волна идет так, по волне он перепрыгивает, а лодка это так, и тоже идет. А мы не могли. Вот они, блядь, сетки проверили. Угу. А, пожалуй, голова перестала болеть. А? И они пошли туда. Они сюда не придут, они вот оттуда вот вышли, с тех домиков, сюда. Того залива, блядь. Они сюда не придут. А что там? А, ну там что? Салату. А, ё-моё, это вот знаешь где? Переезд Салатовский проезжаешь? Проезжаешь на 50 метров, это воротка есть налево. И она как раз куда-то туда тоже выходит. В то место. Может там тоже какие-то домики понастроены? Потому что там типа поляны какой-то, блядь, я смотрю, и тоже стоят домики и все такое. Нет. Ну там базы никакой нет, Жень. Он сюда не придет. Они идут туда. Они съездили, сетки проверили и обратно. Берт на джиг что-то клюнуло. Мелкое, но вкусное. А кушок, блин, вот это кушок. Ну вот, видите? Вот такой палец тебе вверх. Поймали, столько поймали. Какую поймали, какую поймали. Ну, судачок, конечно, мелковат, но для первой рыбалки пойдет. Вот. Так что вот такой вот
Вот такой у нас улов. Первый выезд. Ну, пускай будет первый. Ветер поднялся, больше нету смысла рыбачить там, все. Волна такая, что не устоять, да и судак не клюет. Колбасит его там, видать, сильно. Все, до следующих видосов, пока-пока. Поклевки были только на браунпирш, получается. Вот. Так что вот так вот. Ладно, всех до следующих видосов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.